Дорогие друзья, привет всем! С вами передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Сегодня мы с вами запечем целую курочку с тимьяном. Как вы понимаете, для приготовления нужна целая курица, где-то 2 килограмма она весит. Свежий тимьян, он же, кстати говоря, чебрец. Если у вас свежего нет, то замените на сушеный, в этом ничего страшного. 1,5 лимона, тошечки молодой возьмем где-то килограмм с небольшим. Чесночок, морская соль, вот и все, представляете, как просто, такие простые ингредиенты и очень вкусный результат. Листики тимьяна необходимо снять со стебельков. Смешать с оливковым маслом, нарезанным чесноком и солью. В этот же маринад добавляем сок половинки лимончика. Чтобы маринад стал однородным и максимально раскрылись вкус тимьяна и чеснока, его можно перемолоть в блендере. Это будет очень здорово. Нашу куриную тушку необходимо положить в какой-нибудь полиэтиленовый пакетик. В этот же полиэтиленовый пакет выливаем наш маринад, хорошенько его заворачиваем и трясем, чтобы маринад распределился хорошо по нашей курице. Курицу желательно надолго убрать мариноваться, но минимум она должна промариноваться часа 4. После того, как курица промариновалась, ее необходимо начинить изнутри и положить уже выпекаться. Вот в первую очередь лимончик мы проткнем в нескольких местах и положим его в курицу. Ну как положим? Ну запихнем. Туда же положим грамм 10-15 веточек тимьяна и несколько зубчиков чеснока. Зубчики чеснока можно не очищать от кожицы, а снять только верхнюю шелуху. Нам от них нужен только запах и всего-то. Картофель надо отварить до полуготовности. Картофель нарезаем на дольки, выкладываем на большой противень, где у нас будет запекаться он вместе с курицей. Поливаем его оливковым маслом. Сверху выкладываем курицу и засовываем все наше богатство в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Двухкилограммовая курица будет запекаться примерно 1,5 часа, но следите, чтобы она у вас не запеклась совсем снаружи. Если она будет подгорать, то закройте курицу сверху этой самой фольгой. Вот. Вот и все, ужин для всей семьи готов у нас. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока!
До новых встреч!